Всем привет, мои хорошие, рада приветствовать вас на моем канале. С вами Айка, и сегодня мы будем кушать вкуснейшую лазанью. Рецепт я обязательно оставлю в инфобоксе, вы можете перейти и приготовить. Также у нас здесь грейпфрут, немножко салатика, который я приготовила, и чай. И давайте приступим. Давайте сначала разрежем. Приятного аппетита всем, кто кушает вместе со мной. Я кое-как разрезала, и давайте приступим. Первый слой немножко жестковат. А так все нормуль. Очень вкусно. Единственное, первый слой немножко жесткий. Пока я красилась, был в духовке, поэтому... Вчера с мамой гуляли. Проходили мимо секонд-хенда. Я была в шоке, сколько людей у нас в секонд-хенде. Очень много. Не знаю, была ли там какая-то супер распродажа или что. И молодые, и пожилые. Столько людей. Я часто в ютубе смотрю обзоры покупка товаров секонд-хенда. И мне часто в комментариях пишут, что Айка, почему ты не снимаешь такие обзоры? Я сама их обожаю смотреть, но не люблю покупать. Вот я, честно, пару раз заходила и никогда ничего путного там не находила. Возможно, я не те дни выбираю. И плюс, сейчас одежда настолько доступна, настолько ее много, что лучше я куплю какую-то китайскую вещь. Какую-то синтетику. Чем какой-то бренд из секонд-хенда. Хотя, это очень круто, что столько людей покупают вещи в секонд-хенде. Потому что это огромная польза для нашей экологии. В общем, для нашего мира. Потому что модные критики постоянно говорят нам, то, что вы купили в прошлом году, все это не модно. Теперь покупаем все новое. Я перестала смотреть таких блогеров, что модно, не модно. Я купила дохрена вещей в прошлом году, и что все это теперь мне не носить, потому что это уже антитренд. Заблокировала всех этих модных экспертов. И живу так, как нравится мне. Вот и все. Но я немножко была удивлена, что столько людей в секонд-хенде. Зашла сама тоже. Я, честно, ничего путного там не нашла. Ничего хорошего качества, там в хорошем состоянии. Все вещи как будто были старые, изношенные, поношенные. Наверное, в этот день были какие-то большие сумасшедшие скидки. Лазанья вкусная, только я ее кушаю вот так вот слоями. Давайте разрежем вот так. М-м-м.
вкусно. И вообще, в последнее время начала часто смотреть блогеров, которые говорят про осознанное потребление, что не надо покупать слишком много всего. Это вредит не только вашему кошельку, но еще и нашей экологии. Честно, я смотрю, например, блогера, я понимаю, что все, что она говорит, говорит правильные вещи. Я это осознаю, понимаю. Я посмотрела такого блогера, проходит час-второй. Потом появляются какие-то скидочки. Все, меня как понесло. Надо, не надо, все купила. Все уже в корзине. Половину лазаньи поела. Очень вкусно. Я думала, что только половину и смогу съесть. Но нет. Я смотрю на этот стакан и понимаю, что из него течет. Оказывается, здесь трещина. Да, реально здесь трещина. Прикиньте, в стакане трещина. А я-то смотрю, куда я его не кладу, везде чай. Прям капает из него, блин, мой любимый стаканчик был. Жалко, печалька. У нас вообще всегда так. Например, есть старые стаканы, которые очень хочется, чтобы побыстрее вышли из строя, и мы их выбросили. Хрен сломаются. А вот такое что-то любимое сразу. Я однажды купила матовый стакан. Мне он так понравился, думаю, вау, как раз на мукбанках буду использовать все дела. Но после где-то 10-го применения его по назначению, он не отмывается, он весь в пятнах и смотрится ужасно. Такое ощущение, что грязный стакан, я его не мою. Лазаньи много не бывает. И давайте отвечу на вопрос моей подписчицы. Задает его Айсель. Айсель, тебе огромный привет. Здравствуй, Айка. Как относишься к девушкам, которые разводят парней на деньги? Делала ли ты когда-нибудь такое? И какое у тебя отношение? Я считаю, что если мужчина твой, ты можешь что-то попросить у него. Например, заплатить за свой газ, оплатить твой кредит, лазер и так далее. Но у моего парня есть друг, который очень хочет отношений серьезных и все дела, но не знает, где найти достойную девушку. Вроде парень нормальный, не урод. Машина, квартира имеется. Характер тоже у него неплохой. Вот он знакомится постоянно с девушками через Баду, через всякие эти приложения. И каждый раз разочаровывается. Первое, что пишет девушка, он говорит, на 4-5 день общения. Мне важно, чтобы мужчина был щедрый. Чтобы мужчина меня обеспечивал и так далее. Он говорит, я не против купить там ей сумочку какую-то. Там салон ее какой-то оплатить. Но не на 5-й день
отношений. Он однажды, где-то месяца 4 назад, познакомился с девушкой. И она на второй день такая сразу ему выдает. Слушай, говорит, я тебе скину карточку, ты можешь оплатить мой газ. Хотя бы 20 мат закинь мне на газ. И он такой в шоке, типа, что мы даже не виделись. Мне кажется, это отталкивает. Вообще, я никогда не буду просить брать что-то у мужчины, если я не планирую с ним дальнейшие отношения. Мне кажется, это очень некрасиво. Ой, заплати меня здесь, там. А потом я тебе скажу до свидания. Это очень некрасиво. Я пыталась, естественно, познакомить его с моими подружками. Но что-то не получалось, не сходилось и так далее. Но обычно у нас на Баду там сидят как раз-таки девушки и парни, которые не ищут серьезные отношения. Вот, поэтому, наверное, девушки так проверяют парней. Я по-другому не могу это как-то объяснить, что девушка сразу просит ей помочь в чем-то. Ну, опять же, если у вас, например, год отношения полтора, я считаю абсолютно нормальным, если девушка попросит у парня, например, оплатить что-то. Например, недавно нас позвали на свадьбу. Я сказала, вот, надо готовить денежки. И он мне сразу предложил, говорит, хочешь, я тебе дам деньги, которые ты подаришь на свадьбу. А у нас на свадьбу дарят немало. То есть, если мы с мамой вдвоем идем, надо хотя бы подарить там 200 манат на двоих. У нас как-то с небольшим подарком там на свадьбы не идут. Обязательно ты должен покрыть свое нахождение в этом заведении. Некоторые блогеры, опять же, там рассказывают про психологию и описывают мужчин, как будто они идиоты. То есть ты будешь разводить мужчину на деньги, он это даже не заметит. Будет вкладывать в тебя деньги. Но то, что я вижу в своем окружении, мужчин в 95% замечают, что их разводят. И вот друг моего парня говорит, я не против ходить каждый день по ресторанам, по любым, оставлять там деньги, вместе где-то отдыхать. Но меня напрягает, что девушки сразу начинают просить деньги. Даже не было одной встречи, все, начинается вот это попрошайничество. А ты щедрый, а расскажи про свои прошлые отношения. А какой самый большой подарок ты делал в прошлых своих отношениях? Вот такие вопросы, все наводящие. Я, конечно, осознаю, что ситуации бывают разные. Возможно, девушки действительно в этот момент, в это время срочно понадобились деньги. Да, может быть такое, но когда у мужчины несколько раз повторяется одна и та же тема, то он просто понимает, что его разводят.
Я могу абсолютно честно сказать, что я никогда не просила, тем более в начале отношений, денег у молодого человека. Никогда. Даже если это какие-то цветы, рестораны, я всегда думала, блин, он потратился на меня, значит, я обязана уже с ним общаться, встречаться и так далее. У меня сразу в голове перекручивалось. Поэтому как-то так. Вкуснотища просто. Я даже не ожидала, что я все съем. Потому что здесь была лазанья на 4 человека. Ну, такие небольшие порции на 4 человека. Другу парня я предложила ему найти девушку через мой YouTube. Я уверена, что меня смотрят очень много достойных, красивых, воспитанных девушек. Я ему сказала, что по-любому найдем. Тем более он тоже парень видный. У большинства девушек у нас в Азербайджане такие критерии. Там, не знаю, машина, квартира. Отдельная квартира у него есть. Отдельная своя машина у него есть. Учился за границей. Нормальный парень. Я ему говорю, давай через YouTube найдем. Я говорю, меня смотрят 95% девушек. Меня смотрит огромная доля Азербайджана. То есть по-любому там будет какая-то красотка, которая тоже, возможно, одинока и не может найти себе достойного мужчину. И он мне такой, как ты себе это представляешь? Ты такая на мукбанке. Вы знаете, у моего парня есть друг, и он ищет девушку. Ну да, наверное, как-то глупо получается, но по идее реально хороший парень. На этом все. Всех люблю, целую. С вами была Айка.